Донбасс будет защищать свой выбор и президента. В этом уверен губернатор Андрей Шишацкий. По его словам, в данный момент в регионе не проводится масштабных акций протеста и забастовок. За спокойствие на улицах городов глава области благодарил жителей. Призвал и дальше не поддаваться на провокации. Я за Конституцию Украины, за ее четкое соблюдение. Президент избран законно. Поэтому нет никаких сомнений, что Донбасс будет защищать свой выбор. А, естественно, я как губернатор, который нахожусь в вертикали власти, буду всячески поддерживать президента.